Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Сегодня нас с вами ожидает рабочая поездка на вторую смену музыкального клипа, а также этот вечер я постараюсь разбавить скейтбордингом. Поэтому я уже погнал на съемки, а вы не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк видосу. По-братски, если репостнете прошлый видос и этот, огромная благодарочка вам. И переход. Супер телескопическая лестница, пожалуйста. А еще палки, кстати, у нас стоят. Привет всем, это новый день и мой новый влог. Сейчас мы находимся на локации, которую мы подобрали для съемок музыкального клипа. Вообще для этого клипа запланировано около 6 или 7 смен. Помните свое детство? Как вы прыгали по гаражам, бегали по заброшкам. Ну, круто же было. Исходя из первой рабочей смены, я понял, что моя аудитория совершенно не знает, что я занимаюсь продакшеном. Поэтому вкратце мне хочется познакомить вас со специализациями, которые работают над видеопроизводством. Мне кажется, надо как-то обозначить человека, кто делает эти переходы. Как с вами назовем? Переходящий, переходник, дулечка. Как вот вы бы назвали человека, кто делает переходы в моих видосах? Вот тут у нас, значит, происходит съемочный процесс. Вот эта локация самая основная. Здесь, значит, у нас разложено оборудование. Приготовились? И... начали! Стоп! Давайте еще дубль. Девчонки, вы далеко ушли. Побыстрее заходи. Сейчас. Чуть меньше паузы. Еп. Да. Здрасте. Еп. Я всегда Привет. Говорю, как это называется? Миллионер? Нет. А жаль. А, гачист. Вот, так точно. Ты гачист. Я гачист. Знакомьтесь. Знакомьтесь, Юрий Иванов, гачист, второй режиссер. Расскажи вкратце, чтобы не затягивать, кто такой второй режиссер, его функции. Ага, за таймингами слежу, за работой команды слежу. Всех подгоняю, если надо, не подгоняю, если не надо. Контроль работы. Ну, дублирую команды нашего главного режиссерчика. Тишина! Камера, мотор, приготовились. Спрашиваю там, все ли все готовы. Все мне ответили, молодцы. Пожалуйста, ребята, те, кто команда и вы там работаете, отвечайте в рацию обязательно. И все, и ждем команды начали. И команда стоп от режиссера. Попугайчик повторяет, он такой, стоп, он такой, был стоп. Ну, короче, мотор, попугайчик говорят, мотор. Вот моя работа, Вован. Короче, эта штука называется шутинг-план. Мы видим, где мы снимаем, что мы снимаем и сколько у нас времени на съемки. Вот по этим штукам ориентируемся. Собственно, я их и делаю. Переход! Мы находимся на природе, как вы видите, в лесу. Мы позаботились о безопасности. Никакой клещ к нам не проберется, кроме одного. Иди сюда, Илюш. Как у тебя изо рта дым идет? Тепло же на улице. Вы знаете, подпишитесь на этот канал, поставьте лайкос, напишите ваш комментарий. Ну и мы двигаемся дальше. Давай вот без вот этих, так башка уже вчера болит. А, переход. А ты не так делаешь, кстати. А как? Посильнее надо. Посильнее, потому что потом. С замахом, да, там амплитуда. Переход. Режиссер, за что он ответственный на площадке? Человек, который контролирует, как бы мне не нравилось это слово, всю творческую группу и отвечает за то, чтобы все получилось. Если что-то не получается, если актер где-то не досыграл, всегда не прав режиссер. Вот, если коротко, вся ответственность за проект на режиссере. Ну, чуть-чуть будет видно его, чуть-чуть. И этого достаточно будет. Здорово, батя. Нет, зачем? Папа об этих съемках не знает, серьезно. Не знает об этих съемках? Почему? Он на рыбалке сейчас, под каменную тунгуску. Переход! На каждой съемке обязательно присутствует трэш-пакет. И весь мусор, который остается, мы выбрасываем.
популярите ведущий и в Дивногорске, и в Красноярске. Пожалуйста, заказывайте. Ну, сегодня я держу березу. На этой локации мы закончили. Далее мы перемещаемся чуть-чуть выше и затем переезжаем еще на одну, и все это в один день. Лимбо проходит. Несмотря на то, что я продюсер на проекте, мне не составляет труда помочь своей команде в какой-то технической части, собрать долли, настроить камеру, подержать березу, попшикать ребят антиклещом. Творческий проект, а посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 автомобилей, большая команда. Я не ем сахар. Мне кажется, тебе будет ну проще. Не ешь тогда его. Обзор наших фирменных пакетов для зарядки Finger Dolly. Давай заново губу вытер. А можешь субтитры пустить, пожалуйста? Ставлю свет. И нажимаю кнопку REC, все. Ну, еще двигаюсь к тележке, стабилизаторы, штативы. Скажи мне, пожалуйста, механик камеры и фокус-пуллер за что отвечает? Механик, фокус-пуллер на площадке отвечает за сохранность оборудования. Заряженные батарейки, полностью техническое обслуживание камеры. Самое главное, акценты в кадре. Главное в профессии не проебаться. Все, на исходных камера. Стоп, стоп. К нам присоединился режиссер, сейчас Паня будет сделан. Паня будет сдавать экзамен, поехали. Так, выше получу. Влево получу. Панорама вправо. Тилт вниз. Тилт это вверх-вниз, это движение, это панорама. По штативу вперед. По штативу назад. Все, солдат. Экзамен сдал на пятерочку. Курсант Паня. Вот, пожалуйста, пруф. Поработал, поснимал. Убери за собой. Красавчик. Берегите природу, берегите себя. А мы поехали дальше. Ага, поехали, а лестницу кто-то будет забирать. Режиссерская задумка заключается в том, чтобы вы прямо сейчас подписались на этот канал, поставили лайк, прокомментировали видос. А происходит то, что могло происходить однажды, но не произойдет никогда. Вот мы с вами сменили локацию. Ребята говорят, что здесь Красноярское море очень сильно обмелело. Прям нереально. Да? Плюс у нас ушло солнце. Соответственно, смену, скорее всего, мы перенесем. Переход. Так что, давай пробовать. Короче, Леха делает, я на флэтграунде делаю. Давай делаем, как делать, мужики. Раз, два. Мужики! А что мне делать? Мне надо так, а так слон. А что он делал? Короче, придумаем лайн. Будем вставлять все попытки или ставим одну завершающую? Все. Глупая хореография твоя, господи. Ну ты, смотри, реально. У нас идет все по движению. Плие, плие, потом. Он делает бэксайд, я уже через секунду делаю волрайт. Тебе нужно быть сзади, когда он будет делать бэксайд. Я-то обхожу вот отсюда, в него врезаться сквозь. А зачем отсюда, если ты не можешь чуть-чуть в стороне быть? Двухкамерный пакет от Владимира Вова. Доска, я тебе позарю, дай мне мою доску. Дай мне мою доску, все, понял? В смысле, я тебе отдал камеру. Ты не отдал, ты просто повернул голову такой, на, держи. Как тяжело. Но в споре рождается истина.
торопиться. Ждем попытки. Время вскоре. Вот и будем тут сидеть. А? Я не знаю, сколько буду я это терпеть. В общем, вот этот вот шлакоблок мы делали просто полчаса и умирали. Зато мы кто, пацаны? Маленькие мальчишечки. Мужики! Вау! Yeah!